Bible says this. Потому что Библия говорит. His voice. Его голос. Is like the sound. Как звук. Of many waters. Многих вод. So when I'm laying there. Я лежу там. That's like God saying. И так Бог мне говорит. Carlos, I love you. Карлос, я тебя люблю. Carlos, you're my favorite one. Карлос, ты мой самый любимый. Carlos, seek my presence. Карлос, ищи моего присутствия. Carlos, Карлос, my favor is on you. Моя благодать на тебе. You see, моё желание I на could тебе. Not believe that many years ago. Вы знаете, я в это не верил много лет. I used to wake up in the morning. Я вот, ну, должен был as вставать a very утром, young preacher. Ну, как маленький, молодой проповедник. And the first thing I would do. И первое, что я делал. In my prayer time. В моё молитвенное время. I was preaching. Я проповедую. Many people were getting healed. Многие люди исцеляются. Devils being cast out. Там вообще костыли бросают все. If I had time, I could teach you. И если у меня будет God's anointing. Я буду учить вас. God's Божьим помазанию, Божьим дарам. It's not based upon what we do. Это не зависит от того, что мы it's делаем. All grace. Это все благодать. Maybe next time I come. Может быть, в следующий раз я приеду и буду об этих Miracles, вещах говорить. Healings, чудеса, исцеление. Casting demons out. Демоны выходили. Cancers being healed. Рак исцелялся. And yet, и все равно I was still very insecure with God. У меня было такое беспокойство в отношениях с Богом. I used to wake up in the morning. Я должен был просыпаться. And my prayer time was this. И мое время молитвы было таким. My first words were this. Вот самое первое слово было. Oh God. О Бог. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Wash me. Омой меня. I'm so weak. Я такой слабый. Forgive me, God. Прости меня, Бог. Forgive me for my fears. Прости меня за мои страхи. Forgive me for my lust. Прости меня за мои. Forgive me for my unfaithfulness. Потери, за мою неверность. I was always confessing negative, negative. И я всегда вот это негативное исповедовал. I was already preaching. И я уже был проповедник. Я уже был служитель. Бог меня использовал просто сильнейшей силой своей. Но здесь, внутри, в сердце, в моем сердце, было такое беспокойство большое. And one morning, в моих отношениях с Богом. The Lord surprised me. И однажды утром Бог удивил меня. I woke up, я проснулся. And I began my prayer meeting. И я начал мое молитвенное такое oh God, собрание, да, мою молитву. Please forgive me. И я начал, о Бог, прости меня. And I heard God's voice speak to me. Я услышал Божий голос. You know what he said to me? Знаете, что он мне сказал? This is true. Это правда. He said, for what? You just woke up. Слышишь, ты только проснулся. За что тебя прощать? Ты только проснулся. I said, God, forgive me. Я сказал, Бог, прости меня. He said, for what? You just woke up. Он сказал, ну за что ты только встал? What are you asking for forgiveness for? Зачем ты просишь прощения меня сейчас? You asked for forgiveness yesterday. Ты вчера просил прощения. For the same old thing. Но то же самое за те же вещи. You just woke up. Ты только проснулся. You haven't committed any sin yet. Ты вообще еще не успел согрешить даже. And the Lord began to show me. И Бог начал мне how показывать. How insecure. Какое беспокойство в моем сердце. In my relationship with him. И насколько я был невежественен в моих отношениях с ним. I felt like an unworthy child. Я был как, знаете, недостойный ребенок. Before the Lord. Перед Богом. And he began to reveal to me. И он начал мне открывать. He says, Carlos. Он сказал, Карлос. He says to me, Do you know what I see when I see you? Ты знаешь, что я вижу, когда я смотрю на тебя? He asked me that question. Я сказал, он спросил. Do you know what I see when I look at you? Он спросил меня, ты знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? И я сказал, да, Господь. Ты видишь мою слабость. Ты видишь мои падения. You see how sometimes unfaithful I am. Ты можешь неверность мою видишь. And he interrupted me in the middle of my confession. И он меня прервал посередине моего исповедания. He said, That's not what I see. И он сказал, это не то, что я вижу. He says, Carlos. Он сказал, Карлос. Когда я смотрю на тебя. I see the blood of my son covering you. Я вижу кровь Иисуса Христа, моего сына, которая покрывает тебя. That's what he said. He says, when I look at you, когда я смотрю на тебя, I see the blood я вижу кровь of my son Jesus. Моего сына Иисуса Христа. It covers you. Она покрывает тебя. And he says this, и он говорит, Carlos, Карлос, I accept you. Я принимаю тебя. I receive you. Я принимаю тебя. And I love you. И я люблю тебя. Not because of what you do for me. Не потому что ты что-то делаешь для меня. Or because you pray. Не потому что ты молишься или читаешь. Or because you preach for me. Или потому что ты проповедуешь. Or because you're a pastor. Или потому что ты пастор. He goes, That's not why I receive you. Это не то, почему я люблю тебя. He said, I am faithful to you.
потому что я верный тебе. Because you are in my son Jesus. Потому что ты мой сын. And so therefore I must be faithful to my son. И поэтому я буду верным для моего сына. He says, I accept you. Я принимаю тебя. Because I accept my son. Потому что я принимаю своего сына. And that began to open my eyes. И тут мои глаза начали открываться. To something I never understood. И я начал вещи видеть, те, которые не понимал раньше. My relationship with God. Мои отношения с Богом. Was one of duty. Они были вот как дежурство. An obligation. Вот такие отношения, как обязаловка. Я никогда не понимал, что Бог, Он мой отец. And all of a sudden, я его сын. He began to teach me. И он начал меня учить. This was like in 1989. Это было 89? 1989. Где-то 1989 год. Бог открыл мои глаза в 89 году. To the reality. Я посмотрел на реальность. Of who I was. На реальность того, кем я был. I went to Israel. Вы знаете, я был в Израиле. В 2008 году я был первый раз в Израиле. And while I was in Israel, и когда я был в Израиле, I went to a Jewish store, я вот в магазин еврейский зашел, и там вот кольцо вот это увидел. Silver, оно серебряное. It's got Jewish Hebrew letters on here. Там еврейские буквы and на нем. Spins. И оно крутится так. And I said, oh, that's beautiful. И я подумал, ох, какое красивое. I said, what does that say? И я спросил, что это значит? He said to me, this сказал, ring says, это кольцо говорит, I am my beloved's. Что я возлюбленный. And my beloved is mine. И мой возлюбленный. Ну, как бы, что я возлюблен Богом, и он возлюблен мной. So I bought the ring. И вот об этом это and кольцо. I said, Lord, я купил это кольцо и сказал, this ring Господь, symbolizes my vow to вот здесь my на левой wife. Руке у меня есть кольцо, которое символизирует верность моей жене. This ring а это кольцо is my vow to you, это моя принадлежность and тебе your vow to me. И твоя принадлежность Hallelujah. Мне. Слава Богу! Hallelujah. Give the Lord a clap Богу. Offering, Lord Давайте Jesus. Богу дадим аплодисменты. In the first service, на первом собрании, I taught я учил on the four different levels of intimate relationship. О четырех разных уровнях взаимоотношений с Богом. Every believer has a right to experience. У каждого верующего должен быть правильный опыт. Четыре уровня. I'm not going to get into that right now. Я сейчас не буду их говорить. But the highest level of relationship, но самый высокий уровень взаимоотношений, you and I can have with God, который мы с вами можем иметь с Богом, is one of a husband and a wife. Это как у мужа с женой есть, знаете? God desires to be intimate with you and I. Бог очень близко хочет быть с нами. The Bible calls us Библия призывает нас the bride of Christ. И называет нас невестой Иисуса in Христа. Heaven right now, right now in heaven, вот прямо сейчас на небе there are millions upon millions upon millions of people миллионы, миллионы, миллионы людей that are before the throne of God. Которые перед Богом стоят. There's a throne in heaven. У него там есть трон, знаете. And there are 24 elders. И 24 старейшины, sitting around the throne. Которые сидят вокруг этого трона. There are four living creatures. И четыре существа, да? That are full of eyes. У которых глаза там, они полные. And with and around. Везде у них там, везде. Вот это откровение. Day and night. И день и ночь. Night and day. Ночь и день. 24/7. 24 часа, 7 дней в неделю, никогда не останавливается. Давайте прочитаем это. Потому что я хочу, чтобы мы связали вот эту близость с тем, что я говорю. Revelation chapter 4. 4 глава Откровения. Look at verse number 6. 6 стих. I'm going to read it, it's there on the screen. Я буду читать тут на экране. Revelation 4, verse 6. It says this, and before the throne was a sea of glass like crystal. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. And in the midst of the throne and around the throne were four living creatures full of eyes in the front and in the back. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Jump down to verse number 8. Давайте восьмой стих прочитаем. And the four living creatures each had six wings. И каждое из четырех животных имело по шесть крыл. They were full of eyes around and within. По шесть крыл вокруг, а они исполнены очей. Now watch this. Watch this. Смотрите. And they do not rest. И ни днем, ни ночью не имеют покоя. Day or night. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. И они говорят. They say holy. Взывая свят, holy, свят, holy, свят. Lord God Almighty. Господь Бог Вседержитель. Who was, который был. And is. И есть. And is to come. И грядет. Right now. Прямо сейчас. In heaven. На небесах. 24/7. 24 часа. Worship. Поклонение. Day and night. День и ночь. Night and day. Ночь и день. Jesus was asked.
In Luke 11. У Иисуса спросили в 11 главе Луки. Научи нас молиться. And Jesus says this. Иисус сказал так. Number one. Первое. God is a father. Бог есть Бог Отец. In other words, he's compassionate. Другими словами, он сострадает нам. When I was a sinner. Когда я был грешником. And I did not know Jesus. Я не знал Иисуса. Here I am. Вот я вот такой вот был. Bound in my sin. Я вот весь в своих грехах. Spiritual chains. У меня духовные такие оковы были, знаете. I was bound to pornography. Я был просто связан порнографией. Alcohol. Алкоголем. Drugs every so often. Много наркотиками. I was a partier. Я такой был тусовщик вообще. Bound to all kinds of flesh. Просто вот разными делами плоти был связан. Unholy. Не святой совсем Unrighteous. Человек. Неправедный человек был. And God said to me. И Бог сказал мне. In 1981. В 81 году. The ugliness of my own sin. Он посмотрел на меня и говорит, ты такой. He said. И он сказал. I love you. Я люблю тебя. And I want you. И я хочу быть с тобой. Here I am in my sin. И вот я здесь в своих грехах. I want you, Carlos. И он говорит. You're not perfect. Я хочу быть с тобой. You got a lot of problems. Я люблю тебя. Ты несовершен, у тебя есть проблемы. Но я люблю тебя. Accept my forgiveness. Прими мое прощение. I said yes to Jesus. И я сказал да Иисусу. And according to the miracle of salvation. И вот в соответствии с этим чудом спасения. Can you move your thing back? Yeah. Move this back. Yeah, okay. Just back. Watch this. According to the miracle of salvation, и вот это чудо спасения. My eyes are opened. Мои глаза открылись. I say, forgive me. Я сказал, прости меня. And Jesus's miracle. И вот это чудо Христа. Took me. Он взял меня. From death. Из смерти. From darkness. Из тьмы. And he brought me into life. И принес меня в жизнь. And light. И свет. I didn't do anything to deserve it. Я вообще ничего не сделал, чтобы заслужить это. How many remember when you first got saved? Вы можете вспомнить, когда вас Бог спас? Когда вы жизнь Иисусу отдали? Помашите рукой. I remember that day. Я помню это время. I remember sitting in church. Я помню, когда в церкви I only went to church. Я только в церковь ходил. I was in the U.S. Navy in the military. Я вообще в армии был. In 1981. В морском флоте я служил. I only went to church. И я в церковь приходил. Because every single day. Потому что там каждый день. There was a Christian sailor. A Christian sailor, a sailor man. Был христианин один, матрос. And every day. Был матрос один, который у меня был на флоте, и он делал мне так. Hey, when are you gonna come to church with me? Эй, пойдем в церковь со мной. I was so tired. Но я был такой уставший. I was so embarrassed. Я был такой разочарованный. Because he would ask me. To go to church with him. Что он меня попросил в церковь с ним in front of my drinking buddies. И чтобы я там пиво не пил с вами в церковь. I was like, I don't want to go to church. Я сказал, да, слушай, I'm not a Christian like you. Я не хочу вообще быть христианином, как ты. Я не хочу в церковь идти. You're a freak. Ты вообще больной какой-то. I don't want to go to church. Ты фрик. Я просто не хочу ходить в церковь. Day, day after day. Но он говорил мне это день за днем, день за днем. And so I finally said one day. И однажды я сказал. Okay, I'll go to church. О, хорошо, хорошо, я пойду в церковь. Я сказал Let's так. Make a deal. Давай сделку заключим. I'll go to church with you. Я иду с тобой в церковь. One time. Один раз. But then you never. Но потом ты. Ever. Никогда. Ask me to go to church with you again. Никогда не просишь меня пойти And с тобой в церковь. Hands. И мы пожали руки. He said deal. И он сказал по рукам. I was like yes. И я такой, о, I'm gonna go to church. Я пойду в церковь. Get this over with. А потом уйду. And never mess with him again. И никогда не приду его и не встречу вообще с ним. И я пришел в церковь. My girlfriend. Моя девушка. Came to visit me that weekend. Она приехала тогда меня посетить. And so she, I said to her, "We have to go to church." И я сказал, слушай, мы должны в церковь сходить. Church. И она говорит, что? You're gonna go to church? В церковь? Ты в церковь? Let's go to the bars. Let's go get drunk. Пойдем в бар, пойдем напьемся. Yeah, we'll do that. We'll сказал, do that tonight. Да, мы сделаем все это. You know, but Sunday morning we gotta go to church. Ну давай утром в церковь в воскресенье She сходим. She said, "Why?" И она сказала, почему? I have this crazy Christian. Я сказал, да едва, у меня там сумасшедший один христианин, он меня попросил с ним пойти. Я с ним сделку заключил. Я сказал, что один раз хожу, и потом вообще он меня больше не будет просить ходить в церковь. И она сказала, ну хорошо, давай в церковь быстренько сходим, и потом будем делать то, что мы хотим. И у нас было весело. И вот я в церкви. Я в церкви сидел так. I'm sitting in church. Я в церкви сидел. I'm all the way in the back. Вот там самом заднем месте. And all of a sudden, в воскресенье. I begin to sweat. И вдруг мне так, я потеть начал вообще. Man, it's hot in here. И там было жарко. My hands are sweating.
И у меня руки начали потеть. Колени трясутся. Моя девушка говорит, эй, что с тобой? Что происходит? Feels good in here. Я говорю, да все нормально. I'm hot. Блин, мне жарко. So, and then I'm looking at the preacher. И я смотрю на проповедника. And his eyes are looking right at me. И его глаза прямо на меня. And I put my head down. И я так, and then he said things. И он говорит вещи. That were about my life. О моей жизни конкретно. And so I said to myself. И я себе сказал. I'm gonna kill my friend. И я своего друга убью. He told the preacher my sins. Он рассказал проповеднику о всех and моих грехах. That's why he's preaching the way he и поэтому он мне сейчас проповедует. He's looking right at me. Он мне смотрит прямо мне в of глаза. Course, my friend never told the preacher anything. Ну, мой друг, конечно же, ничего не говорил. Spirit. Потому что это был Дух Святой. But I didn't know that. Но я-то этого не знал. I didn't know there was a Holy Spirit. Я же не знал, что такое вообще Святой Дух. So I was mad on the inside. И там человек был. I said to myself, that he set me up. He tricked me. He tricked me. Tricked me. И он говорит, он надурил меня. I said, that's okay. I'll go to church and get out of here, and then that's it. Давай, все, я не хочу пойти. And then all of a sudden, I'm nervous. И я все равно нервничал. I'm feeling guilty now. Я вину такую чувствовать начал. My heart's pounding. Мое сердце вот так биться начало. And the preacher's preaching. I couldn't hold it anymore. Я проповедник проповедовал, но я больше не мог вынести этого. И когда он остановился, I felt so convicted. И я чувствовал. For the first time, I saw my sins. Я такую вину чувствовал. And I got up. Первый раз я увидел свои грехи. And I ran to the front. И я поднялся. And while he's preaching, я побежал вперед. I fell on my knees. Я упал на колени. And I said, я сказал, I want this Jesus you're talking about. Я хочу такого Иисуса, о котором ты говоришь. And that's how I got saved. И вот так я спасся. Аллилуйя. Amen. Amen. So, even though I was already a Christian, даже тогда, когда я был христианином, I believed that my sins were forgiven. Я верил, что мои грехи, He took me from darkness они прощены, to light. Он взял меня из тьмы во but свет. Even here, но даже здесь во свете, I felt unworthy. Я чувствовал, что я недостоин. And so many Christians, и так много христиан, they're here, которые здесь, forgiven, they're forgiven. They know they're forgiven. Они знают, что такое прощение. They know that they're going to heaven. Они знают, что они пойдут на небеса. But you don't feel good enough before the Lord. Но у них вот какое-то есть недовольство. Let me ask you a question. Внутри. If God, можно я вам вопрос задам? Loved me. Если Бог меня возлюбил. When I was a wicked sinner. Когда я был такой грешник падший. Here. Здесь вот во тьме. How much more? Насколько больше? Would He love me? Он должен возлюбить меня. When I'm saved. Когда я спасся. And I'm His son. И я его сын. How much more? Насколько больше? Church. How much more Церковь, Jesus насколько больше accept you, Иисус принимает regardless тебя. Of how you feel, Богу не важно, что ты чувствуешь. Regardless of your weaknesses, не важно, какие у тебя там свидетельства. Those small little sins, не важно, какие грешки у тебя gossip, там. Или сплетничаешь ты там, может, жалуешься на жизнь. Unforgiveness, может, непрощение есть у тебя. Еще там какие-то вещи. Lust. Ну, ты там теряешься the sins в жизни that maybe время. Nobody else knows about. Ну, вообще, вещи, есть вещи, которые вы только знаете. But your heart knows. Но ваше сердце знает. Your emotions know. Ваши эмоции знают. And the reason why we feel that way, и вот вы чувствуете, почему причина, почему вы так себя чувствуете, потому что враг makes us feel unworthy before the Lord. Он заставляет вас думать, что вы недостойны перед Богом. But the reality is this. Что вы недостойны Его престола. Come, но come но правда в том... Можно тебя? Stand next to me. Рядышком становись. You're Jesus. Yes, I'm Jesus. He's Jesus and the Father. Я Иисус. This is no. You're God the Father. I'm God the Father. This is Jesus. Я Бог Отец. Это Иисус. This is Carlos. Это Карлос. If the Father were to say to me, если я что-то хочу сказать ему, Carlos, Карлосу, who do I love more? Карлос, кого я больше люблю? You? Тебя? Or Jesus? Или Иисуса? My first thought would Jesus. Моя первая мысль... Don't you know who he is? Иисуса, конечно. Посмотри, кто он есть. Да он твой сын. Да он спаситель. He's never sinned one time. Он даже ни один раз не согрешил. Of course you love him конечно, more than ты любишь me. Его, не меня. God asked me that question one day. И Бог мне один раз вопрос задал. And you know what he said to me? Знаешь, что он мне сказал? He says, I love you both the same. Я вас обоих одинаково люблю. Read John chapter 17. Прочитайте Иоанна 17 главу. Jesus said. Иисус говорит. Thank you. Спасибо. Let's look at that for a second. Давайте посмотрим туда. Got, how much time I have left? 10 minutes? Yeah, 10 minutes. Okay. Not 5 minutes. 5 to 10 minutes. Okay. Look at. Not 10. 7 minutes. Okay. Let's look at. Deal. John. Говорит, сколько у меня времени? 10 минут. Говорю, нет, 5 минут. Look at John chapter 17. Семь минут.
Иоанна, John 17. 17 глава. Watch this. Давайте посмотрим. Look at verse number, read verse 20. And 21. You read it out. 20-21 стихи прочитаем. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Look at verse 20, read verse 24 as well. 24 стих. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что я возлюбил меня прежде основания мира». Now look at verse 26. И 26. Let me read this. And и я открыл tell им... them, he says, tell them, I declared to them your name. Verse 26. И он говорит, и открыл я им твое имя. And I will declare it. И я открою. Watch this. That смотрите, the love. Любовь. With which you loved me, которую ты возлюбил меня, may also be in them, пусть в них будет, and I in them, и я в них. The love, любовь, that you loved me, Father, которой Бог возлюбил меня, ты меня, Отец, возлюбил. Powerful love, это та же самая любовь, та же love that you and I have, та сильная любовь, которую ты имеешь ко мне. Love, у меня к ним такая же любовь. To be in Carlos, Карлосу такая же любовь. To be in Stas. Стасу. He didn't say similar. He said the same love. Такая же любовь. The exact same love. Абсолютно точно такая же любовь. Jesus, God the Father, loves you. Иисус и Бог Отец. As much as He loves Jesus the Son. Бог Отец любит вас настолько. That's a miracle. Настолько же, насколько любит своего сына. Can I be honest with you? Это чудо. Могу я с вами честным быть? I wake up in the morning. Я проснулся утром однажды. Many times I say this to Him. И очень много раз я говорил эти вещи. Here I am. Вот я. Your beloved. Твой возлюбленный. Or I'll say, here I am. Нет, я говорил, вот я. Your favorite one. Твой самый Because любимый. Beloved means favorite one. Ну, потому что возлюбленный, это значит, как And that's not arrogance. Тоже любимый, да, лучший. That's confidence in the love of God. What? That's not being arrogant. Prideful. Это не те вещи, которыми that's мы гордиться confidence. Должны. Это очень конфиденциальные, in такие what God's личные word вещи. Says. Который Бог говорит about me, обо мне, about his love for me. О Его любви ко мне. I know that I know that I know. Я знаю, что я знаю, что я знаю. God loves me. Бог любит меня. I'm not perfect by any means. Я не совершенный, but I know. Но я знаю. He is crazy for me. Он просто с ума сходит по мне, если можно так выразиться. One of my favorite things to do, одна из моих любимых вещей, которые я могу делать, son, я беру своего сына grab him и тру ему голову вот так вот. Я тебя люблю. Я тебя тоже, папа. No, да, но сыну не разрешают так делать. I grab my kids, I grab my daughters. Я дочку свою так обнимаю. Я тебя люблю. Because the Lord said to me, Carlos, потому что Бог сказал мне, выражай свою like любовь, как я выразил свою любовь к тебе. And if we could understand, и если мы понимаем это, that this что вот это, this, yeah, вот это все brings security, приносит нам такую, знаете, brings confidence, безопасность. There are times in God's presence. В Божьих отношениях. Это время есть в Божьем присутствии. There are times in God's presence. Есть время, когда вы в Божьем присутствии. Where I have to say. И вы должны сказать просто. No more, God. Не, Боже. I can't handle what I'm feeling now. Я просто сейчас. I feel God's love. Я чувствую, что Бог меня любит. I feel Him wrap His arms around me. Я чувствую, что And меня сейчас обнимает очень крепко. I weep uncontrollably. Я просто начинаю плакать просто бесконтрольно. Because His love has become so real. Потому что я чувствую, что so любовь. So I can wake up in the morning. Она настолько близко, она такая настоящая. I can wake up in the morning. Я просыпаюсь утром. Hallelujah. What a great day. Hallelujah. Какое утро классное. Because God's love потому что Бог is so любит. Real. И Его любовь, она такая And настоящая. God wants you to know that love, и Бог хочет, чтобы вы знали. Because that love эту любовь. Produces intimacy. Потому что эта любовь, она производит Jesus близость. Said this in John 14. Иисус сказал в 14 главе Иоанна, If you love me, если вы любите меня, obey my commandments. Исполняйте заповеди мои. But many of us, но многие из нас, when I read that in John 14, I believe it's verse 12 or 15. Когда 14 главу Иоанна читаю, when I read, most people when they read it, может быть 12 verse 15, John 14:15. When we read it this way.
когда мы читаем, мы читаем If you love me, если вы любите obey меня, my commandments. Подчиняйтесь мне. That's how most of us read it. Это так, как мы многие But читаем reality, это место. That says this. Но то, что здесь по правде написано, If you love me, если вы любите меня, you will obey. Вы захотите Obedience послушаться меня. Послушание – natural product of love. Это как бы, знаете, как настоящий натуральный продукт любви. There are some beautiful women in the world. Здесь столько много красивых женщин. But I will not cheat on my wife with any woman in the world. Но я не с одной другой женщиной своей жене не изменю. Because I love my wife. Потому что я люблю свою жену. I will be faithful to my wife. Я буду верным ей. Because I love her. Потому что я люблю ее. I will be faithful to God. Я буду верный Богу. Because I'm crazy about Him. Потому что я просто его люблю. I love God. Просто до ума помрачения. I'm going to surrender my life. Я because I want to. Я хочу жить свою жизнь для This него, is a revelation. Потому что есть любовь его ко мне. Church must have. И есть откровение. We're going to be confident in the days to come. If I can have the keyboard, just the keyboard player. Может кто-то поиграть keyboard на клавишах. И команда поклонения, приходите сюда. If we are going to be a confident church in these days, confident, confident, oh, you know, walk with confident assurance. Если мы хотим вот с такой, ну знаете, как бы с уверенностью ходить, we must be rooted in love. Нам надо укорениться в любви. Because there is something happening in the world today. Потому что то, что в мире сегодня происходит. Just a key. Just you. I don't need the musician. Just you. Просто клавиши. Музыка не играет, пускай. There is something happening in the world today. Что-то сегодня в мире происходит. Night and day worship. День и ночь поклонения. Night and day prayer. День и ночь молитва. The reason why it's happening. И почему это происходит? Is because the Holy Spirit. Потому что Дух Святой. Is revealing to the church. Он говорит своей церкви. When we fall in love with Him. Когда мы влюблены в Него. И мы ищем Его. What happens in heaven? Что происходит на небесах? It's going to happen on the earth. То будет на земле. Let thy kingdom come. Пусть твое царство Let придет. Thy will be done. Пусть твоя воля исполнится. On earth. Здесь на земле. As it is in heaven. Так же как там на небе. There's worship. Это все поклонение. There's prayer. Это все молитвы. In Revelation 5 verse 8. Пятая глава Откровения, 8 стих. Day and night prayer. Ночь и день молитва. Revelation 4. Днем и ночью. We read it earlier. Четвертая глава мы читали Day and night сегодня. Worship. День и ночь поклонение. Day and night worship in Revelation 4. Day and night worship in Revelation 4. Поклонение ночью и днем в четвертой Day главе. Day and night prayer in Revelation 5. И молитва днем и ночью. Do you know what happens when we, as a church, знаете, что происходит, когда мы как церковь seek the Lord day and night? Поклоняемся Богу день и ночь. It changes the atmosphere over Moscow. Меняется атмосфера в Москве. The demons are weakened. Дьяволы они просто ослабеют. And the angels are strengthened. А ангелы они сильны становятся. And we'll have awakening. И у нас есть надежда. Now I know that this church can't do 24/7. У нас есть пробуждение. Not every church is called to do 24/7 prayer. И не каждая церковь призвана к 24 часа вот. But what if this church? Но что вот именно что такое церковь? Prayed 10 hours a week. Когда церковь может молиться 10 часов хотя бы в неделю. The church down the road. И церковь, которая там на той стороне. Prayed another 10 hours. Они другие 10 часов могут молиться. Church down over here. И церковь, которая там находится. Они могут еще 10 часов молиться. Поделить время. Когда церкви Москвы. Night and day worship. Они могут день и ночь поклоняться. День и ночь молиться. Тогда мы увидим ту атмосферу. The Holy Spirit Дух Святой is releasing Он освобождает Spirit of love, Дух любви, intimacy, Дух близости and identity. И Дух идентичности Please Богу. Stand up with me as Давайте we get встанем, помолимся. Prayer.